Не дай бог задержат пенсию. Они верят в дело революции и уповают на Бога. 7 ноября качканарские коммунисты проводят митинг. Они отмечают 98-ю годовщину Октябрьской революции. Для кого-то этот день по-прежнему главный праздник в году. Самый большой праздник для меня лично. Это, считаю, что с 50-х годов запомнился он мне этот праздник. Раньше какой был праздник? Все гуляли. Этот праздник в стране Советов отмечали с 1918 года. 7 ноября на Красной площади в Москве, а также в областных и краевых центрах проходили демонстрации трудящихся и военные парады. Сейчас желающих отметить годовщину революции собирается не так много. Качканарцы готовятся к автопробегу, звучат старые песни. Коммунисты вспоминают молодость и танцуют. После начинают автопробег. Колонна движется по центральным улицам. Раньше здесь было бы невозможно проехать, ведь на улице выходили тысячи горожан. Теперь многие даже и не вспомнят эту дату. Автомобилисты изредка сигналят. Колонна растягивается. Приходится стоять в пробках. В отличие от качканарцев, красноуфимские коммунисты идут пешком. Шествие движется от Дворца культуры до Центральной площади. Там начинается митинг. Как всегда, звучат пламенные речи. Но теперь сторонники коммунистической партии высказывают скорее оппозиционные взгляды. Наше правительство только считает, что вот Сочи – город и Москва, а остальное – это Россия, а на остальных на всех плевать. Они продолжают бороться за то, чтобы будущее стало светлым, и рассуждают о том, как это сделать. Старшее поколение считает, что нужно следовать заветам Ильича и учиться, учиться и еще раз учиться. А молодежь ратует за то, чтобы не забывать историю. Все, что было сделано в Советском Союзе, это было как бренд. Это было означало качество. Если дороги – это качество, если продукты – это качество. На сегодняшний день у нас отсутствует такой бренд. Поэтому можно все взять из Советского Союза то хорошее и применить в наше время. В конце митинга все вместе поют «Интернационал». Александра Поддубная, Дмитрий Травкин, Марина Агалакова, Интера ТВ.